По результатам ВЦИОМ защита исторической правды, признание культуры уникальным наследием многонационального народа России и закрепление роли русского языка как языка государства образующего народа стали для россиян важнейшими идейными поправками Конституции. Результаты исследования опубликованы на сайте Центра. Новый дом-интернат для ветеранов на 200 мест появится в Костомукше. Проект находится в стадии разработки. Строительство планируют завершить до 2023 года в рамках национального проекта «Демография». В Петрозаводске начался ремонт пешеходного туннеля между улицами Фурманова и Максима Горького. С этого дня переход под железнодорожными путями закрыт. Завершить работы планируют до начала июня. В Карелии почти вдвое выросло количество пострадавших от дистанционных хищений. За 3 месяца в республике возбуждено более 800 уголовных дел этой категории. В общей сложности пострадавшие лишились более 12 миллионов рублей. Компания «Техрент» продезинфицировала дороги и тротуары на центральных улицах Петрозаводска. Работы будут продолжены.